В очередной 12-й серии 3-го сезона комедийного ситкома «Ольга» к Юргену приезжает старая знакомая по имени Тамара, которую он всем сердцем ненавидит, и Юрген готов на все, лишь бы сказать ей это в лицо. Аня Лев после свидания оказывается за решеткой. Ольга хочет сделать как лучше для Ани, но получается как всегда. Володя готовит для Ольги романтический ужин, но вместо его синеглазки приезжает лупоглазка, Гриша и его бабуля. Лев вступает в контры с Ольгой, а Гриша и его бабушка испытывает Володю на прочность.